Здравствуйте, ребята, это срочный выпуск, и он позволит многим из вас приехать в Австралию по учебной визе, вне зависимости от того, какая сейчас политическая ситуация, какая, в общем-то, у вас визовая история на данный момент. С вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров. Ребята, я уже говорил о том, что обучение в партнерских учебных заведениях – это решение вашей проблемы, проблемы с приездом в Австралию, а также проблемы с обучением английскому языку, проблемы, кстати, с зарабатыванием денег, и проблемы, ну, знаете, сейчас эти свифты, вифты и так далее, вся эта банковская лабуда решается. Я предлагаю тем ребятам, которые хотят, наши гагарины в основном, но вот в группе гагарины это и обсуждать, я считаю, что через партнерские учебные заведения в странах, которые не лежат в шенгенской группе, кстати, было бы самое удобное, что вы могли бы сделать по вашей и визовой истории, и по вашей дороге в Австралию. Что касается образования, опять-таки, есть образование, которое дешевле даже, чем, дешевле, чем даже в России, в Украине. Естественно, это мирные страны, то есть где не идет война, так или иначе мы это будем называть своими вещами, своими именами. И опять-таки это страны, из которых можно, ну, достаточно легко приехать в Австралию. Я имею в виду без вот этих вот пересадок каких-то и остальных вещей, которые нам не подходят. Я понимаю, что многие наши профессионалы сейчас просто уезжают в другие страны, там находятся и работают, но не все имеют такую возможность, но те ребята, которые хотели бы учиться в Австралии, те могли бы воспользоваться нашими партнерскими учебными заведениями. Во-первых, это подняло бы ваш английский язык, во-вторых, это дало бы возможность вам заработать, в-третьих, это дало бы возможность вам как бы такие два этапа сделать. Первый – это выехать вполне нормально и законно, и второе – это уже перемещаться в Австралию. Это не только для России и Беларуси, это и для Украины тоже. Ибо обучение в любой стране, не только в Австралии, дает возможность, например, мужчинам совершенно законно, на законных основаниях выехать и в другую страну и учиться там. Особенно, если эти страны являются партнерскими по отношению к Украине, а эти страны являются партнерскими по отношению к Украине. Я не буду говорить тонкости всего, что я вам хочу предложить, просто давайте делать это внутри нашей группы, внутри наших отношений, не особенно это распространять на просторах интернета. Поэтому те ребята, которые хотят этого, записывайтесь в группу Гагарин, если вы там еще не находитесь, и обращайтесь ко мне лично. Мы проясним ситуацию, посмотрим, подходит ли вам этот вариант или нет, потому что несколько путей есть, даже на данный момент, несколько путей для того, чтобы приехать в Австралию и учиться здесь. Каждый случай отдельный. Но этот вариант имеет место быть, и он один, в принципе, из наиболее удобных. Спасибо.